Здорово, мужики. Я нашел способ, как запустить доту на обычном мониторе 16 к 9. Вот в таком режиме. То есть у вас дополнительные полоски справа-слева. И это все выглядит вот так. Я просто подгрузился в лобби. То есть вы видите, что я вижу, ну, побольше, чем обычный человек. Конкретно в моем случае у меня 4К монитор и 4К разрешение. Что надо сделать? Кликайте на доту правой кнопкой мыши. Параметры, дописываете себе и вот играете с ними. Потом у меня получается вот такая вот полоска. И сейчас покажу свои настройки видео. Если вы там такое же попробуете сделать. Если честно, настройки видео у меня были стандартные. Единственное, что я начал менять, это вот эти вот настройки параметра запуска. Вот. И, короче, смотрите, простой модификацией. Вот этой штуки с 1080 на, допустим, 800. Ставим высоту 800. Запускаем доту. И сейчас будет нереальная полоска с нереальным преимуществом. Смотрите. Смотрите, как отображаются герои, какие здесь нереальные полоски. Ничего такого. Ну да, немножко странно показывается эта штука, но это все работает точно так же, как на широкоформатных мониторах. Сейчас все кажется мелким, из-за того, что, ну, как бы все уменьшено. И смотрите, допустим, я Мирана. Вот, и что мы видим? Вот, если мы на миди стоим, это же вообще жесть. И смотрите, где у нас мини-карта. Прямо как на этих, на 21 к 9. И напоминаю, у меня 16 к 9. Не знаю, может, можете потыкать и у себя найдете на 16 к 9, у кого Full HD монитор. Может, то же самое можно сделать. А, играть немножко-немножко неудобно. В том плане, что надо привыкнуть, все становится более маленьким, тудым-сюдым, и как бы, ну, вот это вот здесь, вот, ну, в плане, вот эта фигня здесь, а не здесь. И, короче, типа, да, мелко, в хитбоксы чуть посложнее попасть, но вроде как бы играбельно, пацаны, так что бежим обузить.